Здравствуйте, это КФХ Герифорд. Вот сегодня небольшое время свободное выпало, решили почистить навес для бычков. Чистим его трактором ДТ-75. Вот как это получается, видите, вот эта вся площадка была выгреблена туда. Вот на вот это было потрачено, ну, примерно, может быть, час времени. И вот такая площадка уже готова, можно сказать. Вот у нас ураган повалил деревья вот таким образом. Вот это я сейчас повалил ДТ-шкой сухое. Значит, устройство навеса я уже вам много раз показывал. Значит, вот простой навес, ничего тут особенного. Здесь потом площадка. И там кормовой стол забетонированный. То есть коровы, быки стоят на кормовом столе. Там поилка. Сделано все так, чтобы вот здесь была самая нижняя точка в центре навеса, загона. И вода вся стекала по вот этому углублению в овраг. Это овраг на нашей земле находится, поэтому никакой беды там не делается. Да и вообще беды не делается. Ну вот этот навоз уже певший, мы его будем вносить на поля при помощи ПРТ. Ну сейчас покажем, как мы это делаем. Вот видите, трактор еле пролазит в этот навес с учетом высоты накопившегося навоза. Поэтому, если будете строить, стройте с запасом всегда, чтобы места для тракторов хватало для проезда. Вот я сейчас попытаюсь это все почистить. Thank you.
Ну вот смотрите, буквально прошло, ну не знаю, может быть 10 минут или 5 минут, и я прочистил вот этот проход. Я сейчас его еще раз пройду и дочищу уже фактически до земли. Ну вот здесь уже дочищено до земли, поэтому мне немножко осталось. Раньше, видите, здесь навес сделан немножко неправильно, здесь стенка. Вот нам раньше приходилось трактором чистить вот с этой стороны. То есть мы загребали вот туда, стараясь не выломать стенку, и гребли назад сюда. Вот. Вот сейчас у меня получилось это сделать вбок. Это большое дело. Ну, я уже много раз говорил, что трактор ДТ-75 в любом фермерском хозяйстве является хорошим подспорьем. На него, в принципе, еще есть запчасти, поэтому я советую иметь такой трактор. Он поможет вам вытащить грузовик, который к вам приехал по грязи или по снегу, прочистить слежавшийся снег, замерзший снег зимой, почистить вот так вот навесы. На стройках, на разных строительных работах какие-то сделать выравнивания, там сдвиг грунта верхнего и так далее. То есть по разных работ для этого трактора много. Он довольно неприхотливый, ну слабая у него подвеска, но не то что слабая, она требует обслуживания. Но если на нем вот работать так вот, как мы работаем по хозяйству, а не пахать, то он очень долго и надежно вам прослужит. Поэтому рекомендую и советую. Ну вот такая у нас чистка. Вот что получилось. Ну буду продолжать.